Эй, рад видеть! Теперь попались черепашки. Привет еще раз. Вы посмотрите, силёнок не хватило. Да, мы слишком тяжелые. Ты опять оплошала. Что ж, может, не совсем. И какой в этом смысл? Да, теперь мы будем еще более надоедливыми. Куда уж больше. Но я припасла кое-что гораздо хуже. О, это не то. Вот, развлекайтесь. Я не понял. Назад, животные! Кошмар! Настоящий кошмар! По делам ему. Шеф, ты где? Давай выходи. Зацени, Фрайтвик! Сюда вся банда поместится! Я в этом сомневаюсь. Я так устал. Я долго не продержусь. Не говори так. Мы спасемся. Нет, ты спасешься. Слэппи! Ну все, малыш, я тебе покажу. Гвен, ты меня спасла. Это еще не конец. Надо собрать остальных малышей. Да, так, вставай. У нас много дел. А мне такой хороший сон снился. Спасибо за помощь, Бен. Без тебя я бы с ними не справился. Бен, ты же знаешь, что тебе не обязательно все делать самому. Мы можем сражаться со злодеями и с младенцами вместе. Мы команда. Команда Теннисонов? Команда Теннисонов. О, теперь ты вся липкая. Идем, Бен, разберемся с этими клоунами. Ну все, хватит с тебя наклеек и открыток. Пора обчистить кассу и сматываться отсюда. Видишь, Фрайтвик, вот почему банда без меня ничто. У вас нет фантазии. Да, ты прав. Тогда хватай и крендели. Мне дважды повторять не нужно. Что это было? Да так, ничего. Я просто краду жетоны. О, супер! Не пахнет, чтобы ты была горком сетки! Итак, проваливай отсюда, если не хочешь, чтобы я и дальше тебя мутузила. Ведь для того, чтобы провернуть очередное ограбление, нам нужен зомбоза. Если он тебя увидит, то он снова в тебе разочаруется. Смотри! Здесь есть конфеты в форме динозавров! Круто! Давай, Бен, ты сможешь! А может и нет! Дедушка, здесь Фрайтвик и зомбоза. Надо помочь Бену. Бену уже не впервой сражаться с Фрайтвик. Думаю, он разберется. Почему ты такая липкая? О, от младенцев. Спасибо, дедушка, я знаю, что делать. Всегда пожалуйста. Эй, Фрайтвик! А, фу, гадость. Бен, скорее, это твой шанс. Да. Да, получилось. Эй, смотри, какие прикольные марионетки для пальцев! Ну давайте, зомбоза вернулся, детки! Мы покончим с этим прямо здесь и сейчас! Нет, не покончим! Будьте осторожны, дети! В следующий раз Фрайтвик вас не защитит! И что? Мне идти за ним? Что ж, похоже, он забрал только стопку наклеек доллара на 4. Да, но тут скорее дело принципа. Я все равно выключился. Похоже, он хорошо провел время. Пусть пока порадуется. Гвен, я должен перед тобой извиниться. Я бы сэкономил много времени и жетонов, если бы сразу играл с тобой. И наклейки на 4 доллара. Ничего, сейчас я хочу только очистить руки от младенцев. О, я знаю, чем еще мы можем заняться вместе. Видите, как весело? О, дедушка! Эх, вот!